По мнению астрологов, жизнь пяти знаков зодиака в апреле 2021 года будет похожа на сказку. Они смогут насладиться счастьем и благополучием, которые войдут к ним в дом. Телец. Для тельцов весь апрель будет полон радости и веселья. Дни будут наполнены яркими эмоциями и впечатлениями. Особенно порадует середина апреля. По мнению астрологов, вас ожидает сильный скачок жизненной энергии в этот период. Поэтому важные дела и самые трудные задачи постарайтесь заранее спланировать именно на середину апреля. Рак. В апреле раки наконец-то смогут выдохнуть с облегчением. По прогнозам астрологов, в этот период не предвидится никаких проблем, которые способны испортить ваше настроение. В апреле раков ожидает долгожданный душевный покой и отдых. Вас ожидает минимальная загруженность на работе, которая позволит проводить больше времени с семьей и наедине с собой. Астрологи рекомендуют заняться здоровьем и уделить особое внимание нервной системе. Дева. Апрель подарит девам прекрасный подарок, о котором многие из них даже и не подозревали. Для кого-то судьба подготовила долгожданную беременность, а кому-то – продвижение по службе. Астрологи уверены, что Вселенная припасла подарок для каждой девы и учла личные пожелания. Особенный презент в апреле месяце ожидает одиноких представителей этого знака зодиака. В их жизни, по мнению астрологов, совсем скоро наступят грандиозные перемены. Весы. Весам апрель месяц подарит возможность посвятить время себе. Неожиданная новость на работе подарит массу свободных вечеров и даже выходных. Появившееся время астрологи настоятельно рекомендуют провести с пользой. Например, попробовать новое дело, о котором давно мечтали. Или встретиться с друзьями, или остаться наедине с собой. Главное – оставаться продуктивными даже на отдыхе. Стрелец. По мнению астрологов, весь апрель этого года стрельцы проведут вместе с семьей. Неожиданный отпуск или болезнь, но повод остаться дома у стрельцов так или иначе найдется. Если он окажется не настолько приятным, как вам хотелось бы, астрологи рекомендуют все равно не унывать. Даже в таких условиях стрельцам удастся провести время с пользой и получить удовольствие.